Всем доброго времени суток, вы на канале Hard Reset Info, это телефон Redmi Note 9, и сейчас вам покажу, как вставить сим-карту и карту памяти в данное устройство. Первым делом находите вот такой вот слот на левой стороне экрана и отверстие. После этого приготовите такую вот скрепку. Главное, чтобы она просто помещалась в это отверстие, она не должна быть какой-то специальной или так, и так далее. Помещаете ее аккуратно в это отверстие и немного прижимаете, чтобы открыть слот. Слот открыт. Вынимаем его. Ставим телефон на место. И здесь, как мы можем увидеть, сюда вставляется карта SD, сюда вставляется первая сим-карта и сюда вторая. Начнем с карты SD. Вот таким вот образом мы ее сюда помещаем. И точно так же вставляем сим-карту. Вот так вот. И помещаем все это обратно в слот. Аккуратно. И включаем наш телефон. Как вы видите, сим-карта уже запрашивает пин-код. Давайте его введем. Нажимаем ОК. Разблокируем наш телефон. И теперь посмотрим в уведомление. Как вы видите, интерфейс обнаружил SD-карту Samsung. А это значит то, что наш телефон обнаружил и карту SIM, и карту SD. На этом все. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч. Пока.